Здравствуйте, уважаемые слушатели! 12 апреля исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос. Наш оркестр, Рязанский губернаторский симфонический оркестр, вместе с солистом Александром Сухановым и Натальей Нелюбиной готовит программу, посвященную этому празднику. Мы желаем, чтобы вы пришли на этот концерт и насладились прекрасной музыкой, которая будет звучать. Она будет олицетворять собой тот романтический дух, который всегда сопровождает полеты человека в космос и устремление в будущее.